сіздер назарларыңызда. Дәл қазір Корталина Джорджеска бұл өз елінің қазіргі уақыттағы ең бір нәтижелі ойыншыларының бірі, Македония елінің теннисшісі, біздің отандасымыз Анна Данилинаға қарсы кездесу өткізеді. Міне қазір теннисшілер де дайындықты бастады. Анна Данилина бұл үшінші қазақстандық теннисші осы турнирде өнер көрсетіп жатқан, яғни ел намысын қорғап жатқан. Бұған дейін Гүзел Айнединова 6-3, 6-3 есебімен Анастасия Захаровадан айласын асырған еді. Ал екінші отандасымыз Сағындықова жеңіліп қалды Полина Қодырметовадан. Енді Анна Данилинаның ойынын біз сіздермен бірге тамашалаймыз. Ал көрсетілім демеушісі OneXBet.kz компаниясы. Бұл ойында македониялық теннисші Джорджесканың жеңісіне 1.26 коэффициент ұсынып отыр. Анна Данилинаның жеңісіне 3.54 коэффициент ұсынып отыр. Көрсетілімнің тағы да бір демеушісі BTV екенін айта кетейік. BTV қосымшасын жүктеп тамаша спорт сайыстарын көріңіздер. Ал Қазспорт арнасында сіздердің комментаторларыңыз мен Уалихан Қосанбай және әріптесім Димаш Төлегенов. Доброго дня всем любителям тенниса. Мы продолжаем вести репортаж с турнира B-Woman 40 ITF и очередной матч первого круга женского одиночного разряда. Анна Данилина, одна из звездочек казахстанского тенниса, первая ракетка страны в парном разряде, сейчас сыграет, но в рамках одиночной встречи, в рамках матча первого круга одиночного разряда. Ее соперница в сегодняшней игре — представительница Северной Македонии Лина Георгеска. Пока идет разминка. Давайте немного поговорим о теннисистках. Данилина 27 лет, занимает 539-ю строчку в одиночном разряде. В последние годы не так много она выступает в одиночке. Предпочитает играть именно в паре, где в прошлом году она входила в топ-10 и доходила до финала Australian Open в паре и участвовала в итоговом чемпионате WTA. Единственный одиночный свой турнир выигрывала она в далеком уже 2012 году в Германии на турнире в Висбадене. Это 10-тысячный турнир ITF. В этом году проиграла оба своих одиночных матча. Это было на ITF Women's 60 в Берне, в Австралии, и в квалификации турнира WTA 1000 в Дубае. Вот на ваших экранах Анна Данилина. 180 сантиметров ее рост. В мировом рейтинге добиралась до 269-й позиции в одиночном разряде. Ну, куда больших успехов, конечно, она добилась в паре. Уже известно, кто будет следующей соперницей. Лучшие теннисистки из этой пары — это представительница Беларуси Ирина Шиманович. Сегодня Шиманович сыграла свой матч и выиграла неожиданно первую серию Майоко Учиджиму из Японии, причем с разгромным счетом 6-1-6-1. Но что интересно, Шиманович является партнершей Данилиной на этом турнире в парном разряде. Вчера они сыграли удачно в первом круге, обыграли Джесси Ромпис и Коди Вонг. Поэтому, возможно, если сегодня Данилина одержит победу, то она во втором круге встретится с теннисисткой, с которой они играют в парном разряде. Ну и соперница Анны Данилиной, 28-летняя Лина Георгеска, 223-я она в одиночном рейтинге. 12 титулов ITF в одиночном разряде, но лишь 2 из них на харде. Больше специализируется эта теннисистка на выступлениях на грунтовом покрытии. В этом сезоне выступала лишь на турнире в столице Эстонии, Таллине. ITF, конечно же, Women's 40. 2 турнира подряд. Дошла на одном из них до финала, на втором до четвертьфинала. Из достижений можно отметить, что в 2017 году играла на Australian Open в квалификации, была в шаге от выхода в основную сетку. Дошла до третьего круга квалификации и в 3 сетах там проиграла швейцарке Стефани Фогель. Ну, куда больше титулов у нее, как и у Данилиной в паре. 45. Не раз защищала цвета сборной Северной Македонии в Кубке Федерации, Кубке Билли Джин Кинг. Впрочем, как и ее сегодняшняя соперница, только за сборную Казахстана играла Анна Данилина. Тоже высокорослая теннисистка, 1,80 м ее рост.
У обеих есть за плечами большой опыт. Посмотрим, кому из них сегодня удастся навязать свою игру, подобрать правильный тактический геймплан и реализовать его уже на корте. Приезд Анны Данилиной на этот турнир вообще для многих стал сюрпризом, потому что Данилина, несмотря на не самые лучшие показатели в этом сезоне, все равно входит в топ-30 лучших парниц планеты по версии WTA. И, в принципе, она сейчас могла бы играть на крупных турнирах, которые проходят параллельно категории WTA. Готовится к американской серии Indian Wells Miami. Но в итоге Анна Данилина решила приехать в Казахстан домой и здесь выступить на турнирах ITF Women's. В частности, это можно связать с перезагрузкой, в которой нуждается сейчас Данилина после не самого лучшего старта. Начинается встреча. Лина Георческа на подаче. Ошибается она, Данилина. 15-0. Скачай приложение BTV и смотри лучшие спортивные события. На данный момент коэффициент на победу теннисисток оценивается следующим образом. На победу Лина Георческа 1,2, на победу Анны Данилиной 3,74. Трансляция осуществляется при поддержке 1xbet, спонсора спортивных эмоций. Еще одна ошибка. Исполнение Анны Данилиной 30-0. Здесь по длине мяч шел за пределы игровой площадки. Как видим, эксперты-букмекеры считают, что Георческа фаворит. Наверняка в большей степени из-за того, что почаще она выступает в одиночном разряде, нежели ее сегодняшняя соперница. Но списывать со счетов Данилину, я думаю, тоже не стоит. Тем более играет она дома. Первая подача не проходит у Лины. Второй мяч. И двойная ошибка. Первая двойная ошибка в сегодняшней встрече. И первый розыгрыш в этом матче, который остается за Анной Данилиной. Всего 4 теннисистки участвуют в одиночном разряде в основной сетке этого турнира. Из Казахстана Анна Данилина. Гузали Нединова, которая уже сегодня вышла во второй круг соревнований. Аружан Сагандыкова, которая, наоборот, сегодня уже успела проиграть пятой сеянной Полине Кудерметовой. Ну и Жибек Куламбаева, которая выйдет на корт следом после окончания вот этой встречи. Первый гейм остается таким образом за Линой Георческой. Это был гейм на ее подаче. Теперь посмотрим сейчас, как будет мяч вводить в игру Анна Данилина. Тем более, что подача — это важный такой инструмент вообще в тактическом плане в игре этой теннисистки. Вчера не сказать, что безупречно она провела свой парный матч. Выиграли они вместе с Ириной Шуманович, но в то же время было достаточно ошибок. Посмотрим, как будет сегодня. Вот и сейчас гейм начинает свои подачи с ошибки Данилина. 0-15. Вы здесь сама подарила этот мяч Георческа соперницы по 15. Невынужденная ошибка, совсем не обязательная. Тем более, вроде бы в ходе розыгрыша она подавливала так на соперницу, очень глубоко играла. И Данилиной было непросто. Но в итоге все завершилось ошибкой Георчески. По 15 и вторая подача у Анны Данилиной. Ошибка с бэкхенда.
Лины Георчески. 30-15. Обмен ошибками пока в этом гейме мы наблюдаем. Здесь непринятая подача. Данилина 40-15. Ведет в этом гейме. Пока обе входят в ритм матча. Обе только начинают чувствовать мяч. Вот сейчас хорошо ответила Георческа. Сразу же проблемы она создала вот этим ответом, приемом для Анны Данилиной. 40-30. Острый прием по линии. И вот здесь вот тоже прием неплохой. Не такой острый, может быть, у Лины сейчас получился прием, но скорость полета мяча была такой не слабой. Поэтому пришлось подстраиваться Данилиной, но мяч в корт направить она не сумела. Ровно. Вот здесь сама ошибается. Затяжной розыгрыш был с бэкхенда по линии. Пыталась сыграть Анна свободный угол, но точность подвела. Меньше. Это первый брейкпоинт в этой встрече. Сразу же в первом гейме на приеме Георческа этого добивается. И вторая подача. Нужно сейчас очень внимательно играть Данилиной. Двойная ошибка завершает этот гейм Данилина. Вот так вот. 40-15 вела представительница Казахстана. Но в итоге 4 мяча подряд она сопернице отдала. 2-0. Георческа отрывается от Данилиной, делая ранний брейк. Ну и теперь сама будет подавать в третьем гейме. Отличная подача. Точно в линию. 15-0. Первый эйс в этой игре. Ух ты! Еще и свеча проходит здесь после укороченного у Георчески. 30-0. Только хотела сказать о том, что вот она, стихия Анны Данилиной сейчас у сетки. Сыграет так, как нужно, но видим, что Лина ко всему готова. Еще раз будет вторая подача. Судя по всему, было касание сетки. Вот здесь вот уже двойная ошибка. Вторая двойная ошибка для Георчески. Третья вообще в матче на двоих у теннисисток. Достаточно многовато в первых геймах мы видим таких неточностей. Вновь первый мяч не проходит у Георчески по длине. Вторая подача. 30-15. Хороший прием от Анны. И отличное завершение атаки. По 30. Вот так вот Данилина вот только сейчас, по-моему, начинает нащупывать свою игру. В принципе, еще не поздно. Только один брейк сделан в начале матча. Пока в режиме разогрева действуют спортсменки. Вот здесь хорошая уходящая подача. Первый квадрат Данилина не справляется. 40-30. Георческа не позволяет сейчас сопернице дойти до брейкпоинта.
И хорошая вторая подача, не принимает ее Данилина. Итак, 3-0 после трех геймов сыгранных. А Лина Георгиевска без особых проблем пока ведет в счете с брейком. Штю ноль. Лина Георгиевсканың пайдасына. Анна Данилина екінші гейм барысында қосар қателігін жасады және жалпы қателікті көп тіркеді. Соның салдарынан да өз геймінің қарсыласына жеңіліп қалды. Енді әріптесінде айтып өтті, Анна жекелей сынға қарағанда жұптық сында жақсы ойнайтын теннисші. Қазіргі уақытта енді әлемнің үздік 10 теннисшісінің жұптық сында жеткен еді. Сондықтан да жекелей сында ойнау Данилина үшін біраз ыңғайсыздық тудыруы да мүмкін. Төртінші гейм, Анна Данилина допты ойынға қосу керек. Ақырында-бақырында біздің отандасымызда 27 жастағы қарқын алып келе жатыр. Мария Синицынаны көрсеткен болатын. Жаңа назарларыңызға Мария Синицына кеше іріктеуде ойнады. Алдын күні ойнады, бірақ іріктеуден өте алмады. 15-0. Форхенді қазір Георгиевсканың өтпеді. Анна Данилина екінші соққы. Турнирдің бірінші теннисшісі Маюка Учижима жеңіліп қалды. Күтпеген нәтиже болды бұл жерде. Қазір 30-0 бэкхенд соққысы өтпеді. Ирина Шимановичтен жеңілді 2-0 есебімен. Тихонова Андреевадан айласын асырды. Кристина Младенович Кабориді жеңді 6-0 есебімен. Астахова Ханнан айласын асырды. Гюзель Айнединованың келесі кезеңге шыққанын айттық. Және Полина Қудырметова келесі кезеңге шықты. Бұдан кейін Жібек Құланбаева орталық кортта өнер көрсетеді. Жібектің де ойынын жіберіп алмаңыздар. Тағы да бір қателік мына жерде. Отызда нөл. 11 минут болды ойынның басталғанына. Георгиевскада бір эйс, екі дабл фол. Аннада әлі эйс жоқ, бірақ бір дабл фол бар. Данилина әдемі форхенд және осы ойындағы алғашқы геймін жеңіп алды. Қазақстанның теннисшісі Анна негізі Мәскеуде дүниеге келген. 1995 жыл 20 тамыз күні. 2011 жылдан бері Қазақстанның намысын қорғайды. Бұған дейін енді жекелесінде өз де өнер көрсетіп жүретін, бірақ жұптықсында жақсы нәтиже көрсете бастағаннан кейін Анна түбегейлі осы жұптыққа ауысты. Қазір халф-кортта ақырын ғана Данилина допты қарсыластың ойын алаңына асырып тастады. 0-15. Бой үрете бастады Данилинада да. Екінші соққы Анна әдемі қабылдап алды. Тым қатты күшке салып қойды енді Данилина бұл жерде. 15-15. Линаның соңғы турнирі Эстонияда болды. Таллин қаласында сөнместен жеңілді. Түркиялық теннисші өткен аптада болған еді. Өткен айда ойнады. Содан кейін бір айдай Георгиевска өнер көрсетпеді. Ола Анна Данилина осы ақпанда ойнады Дубайда, бірақ Лора Дэвистен жеңілді. 15-30. Лина Георгиевсканың форхенд соққысы өтпеді.
Шиырып жіберген доп болатын, бірақ тордан аспай қалды. 30-да 30. Тағыда мне Герческа қиып тұрып, Анна үшін қиын қылып жатыр. Және Анна тағы да асыра алмай қалды. 40-та 30 геймбол. Екінші соққы. Екінші соққыны Анна қайтарып алды. Дроп шот жақсы Лина тарапынан, Анна үлгергенімен допты асырды да ғой, бірақ кортқа түсіре алмады. Және 5-ші гейм аяқталды. 4-те 1 Лина Герческаның пайдасына. Аннаға брейк істеудің әрекетін жасау керек. Әйтпесе, бұл түрмен бірінші кезеңді жеңіліп қалуы мүмкін. Демалысқа берілген уақытта аяқталды. Анна Данилина. Халфкортта ақ Бэхан барлығын әдемі істеді, жақсы істеді. Бірінші соққысы өтті, бірақ екінші соққымен ұпай ала алмады, қателесті. 0-де 15. Лина қиып тұрып корттың артқы бөлігіне, және смеш. Екінші смеш. 0-де 30. Бұл геймнің өзі қазір Анна үшін қиындап кетуі мүмкін. Халфкортта аут. Міне алғаш қопай. 15-те 30. Отызда 31-ші соққының арқасында есепті теңестіріп алды Данилина. Жақсы шықты, оны қарсылас әрине қайтара алмады. Екінші. Бұл жер торға тиіп кеткен секілді. Тура ордадан жіберген еді Лина Герческа. Оны да қайтара алмады. Ұпай Линаның еншісінде, бірақ таблода қателік. 40-та 30 болу керек қазір. Осындай шиырып жіберген
соққылары македониялық теннисшінің мықты. Аут, қателік, Анна Данилинадан 40-40. Шиырып қайтарып алды нетбол. Лина ғаздап басымдық берді. Янына қателесті. Брейкпойнт. Жасырын сетбол. Лина Гёрческаның еншісінде. Ох, бірінші соққы жақсы. Аннада және халфкорттан оңай. Ойлан бастан есептен естірді. 40-40 қайтадан. Тағына екінші соққы. Екінші соққы мен бірінен шабулға шыққысы келген еді. Екінші соққы кезінде Лина Грачо Реческа. Бірақ ойдағыдай болмады. Геймбол Данилинаның пайдасына. Дропшот, Анна үлгеру керек, дәл солай. Енді смеш. Ой-ой-ой. Смеш. Оңай опай алады деп отырғамыз Анна қазіры. Алайда ол қателесті. 40-40 қайтадан. Орты жана бөткен доп болды. Халфкортта. Аут. Брейкпойнт. Екінші брейк істейтін мүмкіндік. Линаның еншісінде. Раческаның бас бапкері назарларыңызда болды. Аут. Анна енді дейін қойу керек екінші соққысына. Песе брейк кетеді қарсыласқа. Екінші соқтан тағы да бірден шабуға шықты Лина. Қателік 40-40. Оңай беріле салмады Анна. Соңына дейін таласатын көрсетті Данилина. Аут қайтадан. Әдемі, әдемі күтіп алды. Сөзсіз үшінші брейк істейтін мүмкіндік. Граческада. Оң қолына форхенд ыңғайлы келді де тарс еткізіп қағып жібере салды. Халфкортта Данилина дропшот. Мына жерде де жақсы қысқартып бастады. Қайтадан есептен 40-40. Аут болу керек. Геймбол. Басымдық Данилинада. Мінез бар. Сондықтан да оп-оңай қазір мұндай сәттерде қарсыласқа ұпай беріп бере салмай соңына дейін таласып жатыр. Данилина.
Браво, ортадан. Жақсы форхенд. Ах, тағы да. Бұған дейін халфкортта дропшот жақсы шыққан еді, қысқартылған доп. Ал қазір өтпей қалды. 40-та 40. Ай, дропшот алдап жіберді. Лина 4-ші брейк істейтін мүмкіндік. Македонияның теннисінде. Бұл жерде сөзсіз алдап кете салды. Данилина жете алмады допқа. Аут қайтадан. Екінші соққы асығыстау шешім Лина Греческа үшін бірден қиып форхендпен соққы жасады. Қателесті әрине. Бейік келді, бейік халф кортта, тура ортаға. Данилина дайын, нетбол. Ох, аут, жінен кейін бол. Үстемдік Анна Данилина да. Екі мәрте смыш соқысымен шабуылына нүкте қоя алмады. Ең бір ұзаққа созылған геймдердің бірі болды. Қайтадан 40-та 40 деген нәтиже тіркелді. 15 минут болды бұл геймді ойнап жатқанына. Теннисшілердің 11-де бастаған еді, 11. Қазір міне 15 минут ойнап жатыр. Әлі бұл гейм кімнің пайдасын аяқталатыны да белгісіз болып тұр. Аут, брейк, 5-ші брейк істейтін мүмкіндік қазір Лина Греческада. Екінші соққа. Екінші соққыларына қарсыластың оң қолына шығарып беріп жатыр, ә? Ванна Данилина. Және ақыры Лина дегеніне жетті. 5-1 бұл брейк. Брейк Анна Данилина ракеткасын ауыстыратын болды. 16, жоқ, тіпті 17 минут дегенде ракеткасын дауыстырмады. 17 минут дегенде бұл 6-ші гейм аяқталды. 7-ші гейм Лина Греческа қазір бірінші сетке нүкте қою үшін допты ойынға қосады. Бірінші соққысы өтпеді. Дабл фол 0-15. Тағы да Линаның асқырған добы өтпеді. Анна оң қолын әдемі келген еді. 0-30. Жаңағы брейкті Данилинаға дереу қайтар болуға
мүмкіндік туып тұр. Нөлде 30. Әйелдердің осылай Арпастың геймін алатын жар, бірақ өздерінің геймдерінде тұрақсыз болады. Тағы да бірінші соқ өтпеді. Смеш торға тек кетті. Ол түбінен басып тұрып ұрған доба. Бірақ пай берді. 15-30. Отызда отыз. Бірлі емес қателік. Анна Данилина тарапынан тіркелген. Қырықта отыз. Және сет бол. Аут емес. Лина аут болды деп ойлаған. Жақсы бэхэнд. 40-40. Қазір таразы басын теңестірді. Анна Данилина әлі де демек мүмкіндік бар деген сөз. Торға дейді. Екінші соққы. Дроп шот өтпей қалды. Екінші сет бол. Лена Граческаның еншісінде. Маусым ұзақ, сондықтан да Анна бұл жерде өнер көрсетіп шамалда болса, тәжірибе жинап алу үшін келіп тұр. Екінші мүмкіндігінен сетке нүкте қойды. 6-1 Лена Граческа бірінші сетті 31 минуттың ішінде өз пайдасын аяқтады. Эйстер 1-0. Линаның пайдасына дабл фол 3-1 және Линаның еншісінде 6 брейкс дейтін болып екеуін пайдаланды. Анна Данилинада 1-1 брейкс дейтін мүмкіндік болмады. Начинается вторая партия в матче между Анной Данилиной и Линой Георческой. Данилина на подаче. После того, как в первом сете она взяла всего один гейм из 7. Ошибается Данилина. 0-15.
Скачай приложение BTV и смотри лучшие спортивные события. Еще одна ошибка по длине. От Данилиной. 0.30. 15.30. Счет размочила в этом гейме. Но пока свою игру найти так и не удалось. Спортсменки из Казахстана. Многое будет зависеть от начала второго сета. И как раз таки начало на своей подаче. Если сейчас не сумеет выиграть гейм на своей подаче Данилина, то в дальнейшем будет еще больше сложностей у нее в ходе второй партии. Поэтому в этом гейме нужно отдавать все силы, чтобы оставить его за собой. Однако вот здесь... перестрелки диагональными кроссами. В итоге ошибается Данилина. 15-40. Сразу же двойной брейкпоинт. Сходу зарабатывает Лина Георческа. И так даже внешне немного растерянно, что ли, выглядит Данилина. Хорошая подача. Но вот продолжения совсем нет. Еще одна ошибка. 1-0. Георческа в большей степени на ошибках соперницы выигрывает стартовый гейм второго сета и делает очередной брейк. Готова к подаче. Теперь сама Лина Георческа. Ошибается. Представитель Северной Македонии. 0.15. Вот сейчас такими моментами тоже нужно пользоваться. Данилиной каждый мяч... на вес золота, и нужно не давать оппонентке уйти в отрыв. В первом сете как раз-таки с брейка все как раз началось, после того, как 1-0 свою подачу взяла Георческа. Ну и дальше уже чувствовала себя уверенно Лина. Вот сейчас отличный прием на вылет в исполнении Анны Данилиной. 0.30. Нужно, необходимо продолжать в том же духе нашей теннисистки. Сейчас здорово сыграла Данилина. Вот два подряд образцовых розыгрыша провела Анна. 0.40. Тройной брейкпоинт. Между прочим, первые брейкпоинты вообще в матче для Данилиной. В первой партии ни одного не было. Вот здесь сорвала удар справа. Хотела мощно ответить Данилина. 15-40. Один брейкпоинт отыгрывает Георческа. Но еще два есть у ее соперницы. Ошибается сама Лина. 1-1. Делает обратно брейк Анна Данилина. И это ее первый брейк в сегодняшней встрече. Теперь сама Анна будет подавать и
Нужно постараться выйти вперед. Удержать гейм на своей подаче. Отличная подача. 15-0. Если вот так будет подавать Данилина стабильно на протяжении всего матча, то будут отличные шансы у нее, чтобы не только догнать соперницу, но и одержать победу. 30-0. Вот две подачи, и обе не приняты Линой Георческой. Еще одна непринятая подача. Вот из 8 последних розыгрышей 7 остались за Анной Данилиной. Хорошая динамика. Так можно и психологически оказаться в более выигрышном положении Данилиной. Потому что соперница вот эти два гейма ничего не может противопоставить Анне. Вот здесь резаным не удалось немного мяч перевести над сеткой. 40-15. Выигрывает уверенно гейм на своей подаче Данилина. Второй гейм подряд она оставляет за собой. И идет на смену сторон уже в совсем другом настроении. 2-1, Данилина впереди, но дальше будет подача Лины Георчески. Анна Данилина қатарынан 2 геймде женске жетті. 2-1 есебімен қазір алға шықты. Бірінші мәрте шар бұл кездесу барысында Анна Данилина осында үйе үстемдікке ие болып тұрғаны. Әйтпесе осыған дейін негізі қарсыласты қуып, қарсыласына көбіне брейк беріп жатқан еді. Ал көрсетілім демеушісі 1xbet.kz компаниясы Лина Георческаның жеңісіне қазір 1:09, Анна Данилинаның жеңісіне 6:46 коэффициент ұсынып отыр. BTV қосымшасын жүктеп, тамаша спорт сайыстарын көріңіздер. Торға тиіп кетті Лина Георческаның соққысы. Қазір бәрібір Аннаның оң қолына әдемілеп шығарып берген. Аут. 15-0. Тордың алдындағы талас Лина Георческаның пайдасына аяқталды. 30-0. Кездесудің басталғанына 43 минут уақыт болды. Екінші соққы. Бірінші соққысы өтпеді. Қарақтан өл. Және гейм есепті теңестірді Лина Георческа.
Танилина да бірінші соққысының арқасында допты ойынға қоса алмады. Халфкорттан, бірақ оның жанынан Лина Георгиевска допты опынға өткізе салды. 0-15. Анна барынша ұмтылған енді бірақ жете алмады. Екінші соққы. Теннисіне ойнап жатса да Лина қайтарған еді, ал қазір енді бэкхенд соққысы өтпеді. Ракеткасына доп дұрыс тимей қалды. Анна Данилинаның 15-30. Екінші соққы Аннаның әлсіздеу, әрине Лина бірден шабуылға шығып жатыр. 15-40, 2-1-де қазір солтүстік Македония елінің теннисшісінде брейк істейтін мүмкіндік бар. Эйс. Бұл бірінші эйс, Анна Данилина тарапынан тіркелген 30-40. Аут. Бірінші бұл жерде Анна Данилина қателесті, және Лина Георгиевска 3-2 есебімен алға шықты. К сожалению, так и не удалось Анне Данилиной удержать свою подачу в предыдущем гейме. Очередной брейк в исполнении Лины Георгиевски, и 3-2 теннисисткой Северной Македонии будет подавать в видеосчете. Но один раз ей уже не удалось в этом сете закрепить преимущество и подтвердить сделанный брейк. Может быть, и сейчас Данилина включится, как и во втором гейме этого сета. Но пока ругается Анна. Это ее реакция на очередную ошибку. 15-0. Георгиевска выходит вперед. Но здесь очень сложно было что-то противопоставить такой подаче. 30-0. 40-0. Не оставляет шансов Лина Анне в этом розыгрыше.
Тройной геймбол. Ну и под ноль, буквально за минуту, наверное, Георгиченко выигрывает этот гейм. 4-2, вот уже и с отрывом ведет теннисисткой Северной Македонии, приближая себя тем самым к выходу во второй круг. Но Данилина вряд ли сейчас думает об окончании борьбы. Сделает она все возможное для того, чтобы вернуться в игру, отыграть преимущество соперницы и побороться за итоговую победу. 2-4 она подает. Ошибается по длине. 0-15. Серф и волей. Но подача первая это не проходит. У Данилиной будет второй мяч. Вернее, это была первая подача, видать. Касание сетки там было. Вот сейчас уже будет вторая подача. Здесь переиграла все-таки. Обхитрила соперницу. Анна Данилина не дала себя запутать и при этом дождалась ошибки со стороны соперницы. А второй раз подряд резаным справа пыталась сыграть Георгиченко, но вторая попытка успехом не увенчалась. Сейчас своими атакующими действиями задняя линия уже заставляет ошибиться соперницу Данилина. 30-15. В этом гейме все более-менее благоприятно складывается для Данилиной, по крайней мере, пока. И вот здесь забивает этот смеш Данилина. 4-3. Сокращает разрыв в счете Анна Данилина. Но после смены сторон вновь подавать будет Лина Георгиченко. Елюш мин болтойнинг басталганна Лина Георгиченко 4-3 есебин, ягни бир брейк үстемдігімен басымдыққа ие болып тұр. Анна брейк істей алады. Оны осыған дейінде Данилина көрсеткен еді. Әлі ойын ұзаққа жалғасуы әбден мүмкін. Міне, қазір Македония елінің теннисшісі ойынға қосатын доптарын таңдап алды.
Сөтпеді. Аут 0-15. Бастама жаман емес. Анна үшін. Эйс. 15-15. Екінші эйс бұл. Эйстің артынша қателесті. Торға дейді енді. Отызда 15. Әлсіз соққы еді, бірақ соның өзін Анна Данилина қайтара алмады. Ох, өткізді е, тордан. Өтпей қалатында едім. Бірақ есесіне Анна Данилина бәрім қателесті. 40-15 гейм бол. Аут. Бір жақты емес, әртүрлі соққыларды, комбинацияларды пайдаланып жатыр. Аут 5-3. Лина Греческа қазір өзінің гейм жеңіспен аяқтады. 9-ші гейм. Анна ойында ары қарай жалғастырудың әрекетін істеу үшін мына геймді жеңу керек. Егер жеңілсе, матчты аяқталады. Бірінші соққысы өтпеді. Он бесте нөл. Төмен траекториямен келді. Және бұл допты Лина Греческа қайтара алмады. Отыздан өл. Данилинаның бірінші соқсы ойдағдай болды. Қазір Лина іште келесі өзгеймде бұл ойында аяқтайымде ойлап отырған секілді. 40-0. Енді екінші мүмкіндік. Аут, күткендей аутқа жіберді. 40-0 есебімен Анна Данилина бұл геймді өз пайдасына жеңдегі есеп айырмасын қысқартты. Бірақ келесі геймді енді Лина матчқа нүкте қою үшін доп асырады. Очень ответственный момент предстоит для обеих теннисисток. Лина Георческа постарается подать на матч успешно, чтобы выйти во второй круг. Но для Анны Данилиной задача простая, но в то же время сложная. Нужно делать все возможное, чтобы этот гейм не стал для нее последним в этом матче. Но он будет на приеме, однако выбора другого нет. Здесь, если не хочешь проигрывать, нужно обязательно бороться за этот брейк. Лина Георческа на подаче. 6-1, 5-4. Напомню, что во втором круге победительница этого матча сыграет с
представительницей Беларуси Ириной Шиманович. 15-0. Не принимает подачу соперницы Данилина. Вот здесь перехитрила ее Лина Георческа. 30-0 в двух мячах от победы. Северо-македонская теннисистка. В любом случае у Анны Данилиной еще есть возможность провести успешную неделю в парном разряде, где она как раз-таки выступает с Ириной Шиманович. Ошибка от Лины Георчески. 30-15. Может быть, еще не все потеряно для казахстанской теннисистки. Здесь ошибка. 40-15. Двойной матчбол. Вот здесь форхенда ошибается Георческа. 40-30. Не все так просто. Мяч в корте. Розыгрыш продолжается. И все-таки аут. Все-таки аут. Лина Георческа немного. Но все же ошиблась. Ровно. Очень трудовой мяч вытаскивает. Данилина второй матчбол отыгрывает. Вот здесь уже казалось, что мяч уйдет в аут. Но все-таки каким-то чудом он приземлился прямо на линии. А вот здесь вот уже по диагонали ошиблась Георческа. Мяч приземлился в коридоре. Еще одна непринятая подача в первый квадрат. Больше. Третий матчбол для Лины Георчески. Завтра в парном разряде также Данилина выступит. Георческа в паре здесь не играет. Вместе с Шиманович Данилина сыграет против представительниц Таиланда Луксики Кумхум и Бьянгтарн Плипыч. Битва резаных. Слева кто кого перекрутит. И все-таки ошибается по длине. Лина Георческа. Третий матчбол тоже отыгрывает Данилина. Вцепилась она максимально в этот гейм. Не хочет отдавать сопернице победу в этой встрече. Вот здесь уже и первой подачи нет. Удачно для Георчески первый квадрат. Посмотрим, как будет действовать со второго мяча. Резаным сыграла Данилина, возможно, зря. Больше. Четвертый матчбол у Лины Георчески. В первом сете был один затяжной гейм. Вот и во втором сете тоже. Этот гейм уже чем-то напоминает. Двойная ошибка на матчболе от Лины Георчески. Ровно. Четыре матчбола позади.
нужны нервы. Возможно, определенное давление чувствует и сама Георческа, когда находится в шаге от победы. Выход к сетке от Лины. И вот здесь удачно смеш. Снова больше. Матчбол номер 5. Сейчас атакует Данилина. И здесь мяч уходит в аут. Пятый матчбол тоже отыгран. Продолжается веселье на корте. Ну, для теннисисток, понятное дело, это очень ответственный момент. И им сейчас не до улыбок, не до смеха. Но интересно болельщикам наблюдать за ходом, по крайней мере, этого гейма. Потому что здесь ни одна, ни другая уступать не намерена. Неужели мяч не ушел в аут? И в итоге ошибается сама Георческа. 5 матчболов отыграла Данилина. И теперь брейкпоинт. Заработала первого в этом гейме. Но здесь сразу же ошибается Данилина с приема. Ровно. Отличный противоход от Георчески. Активно выигранный мяч. Больше. Матчбол номер 6. Если не ошибаюсь, уже после больше 15 мячей в этом гейме было сыграно. В общем. Шестой матчбол. Один брейкпоинт был. Первая подача проходит. И ошибается с приема Данилина. Все-таки дожимает Георческа. 6-1, 6-4. Лина Георческа, представительница Северной Македонии, выходит во второй круг ITF Women's 40 в Астане. Я 6-1, 6-4 сағат 7 минут. Лина Георческа жеңіске жетті. Келесі кезеңге шығатын болады. Эйстер 2-1, Даблфол 4-1. Барлық көрсеткіш бойынша Лина Георческа алда. 9 брейк істейтін мүмкіндігі бол, 4-2 пайдаланды, ал Анна Данилина да 3 брейк істейтін мүмкіндік, соның қазақстандық біреуін ғана қолданды. Бізде қазір үзіліс, аздаған үзілістен кейін бүгінгі жоспарланған соңғы ойынды назарларыңызға ұсынамыз. Тайна Лукас және Жібек Құланбаев арасындағы матч бұл.